Почему люди должны в принципе верить в церкви? Есть какие-то основания для этого? Ну, не только церкви, но и Господу, конечно. Вера-то основная, это в Бога. Почему? Потому что... Почему надо верить? Потому что без веры нет иммунитета духовного, и человек, который неверующий, он не может определить, где добро, где зло. Как иммунитет телесный определяет, это нужные микробы, это ненужные микробы, так и иммунитет духовный определяет вот это добро, вот это зло. Поэтому вера, она необходима, ну, как это было в не столь давние времена в Советском Союзе, идеология, она необходима и для человека, и для государства, и для семьи, для всего человеческого, так сказать, рода. И вера, она, конечно же, без дел мертва, то есть веру надо проявлять в делах. Просто сказать, что я верю в Бога, этого недостаточно. Это только, так сказать, заявление о желаемом, так сказать, будущем. А воплотить эту веру в жизнь можно делами и необходимо. Тогда вера становится живой.